А почему вы лично поддержали спецоперацию? Потому что для меня 8 лет убийства и геноцида – это не слова, и не мантра, и не клише, и не мем. Потому что когда плохо близкому человеку, ему надо помогать. Это не вмешательство в чужую страну и в чужие дела, а спасение людей, которые просили о помощи.